Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы будем продолжать троллинг ютуберов. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией. Только благодаря вам мы и снимаем эту серию. Да, ребята, всем привет, если вы хотите, чтобы мы дальше продолжали снимать эту рубрику втроем, то давайте наберем еще очень много лайков, прям кучу-кучу больших лайков и комментов хороших, вот, и мы тогда продолжим снимать втроем. Да, ребята, поэтому давайте будем начинать. Ну что, ребята, сейчас мы будем выбирать, кто будет прятаться, а кто будет искать. Я первый. Не, два, три, Эдисон, бежим! Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15. Ну что, мальчики? Я все. Жека, ты как мне там? Мне не нравится, что я ищу. Я очень долго ищу. Да, нормально. Ты там меч взял? Я спрятался-то. Ты где, Эдисон? Вот не скажу. Все. А ты видел, как у меня скин или нет? Нет, я что-то даже не посмотрел. А ты видел, как у меня? Давай. Хорошо. Так, мне кажется. Ну? И? Как? Я подхожу, на меня все оборачиваются, а он на НПС смотрит два раза. Ну блин! Я захожу, короче, в комнату, и ты такой, понял, втискиваешься прям. Ну блин, я просто задумался. Видали, я просто протренировал свой скилл с прошлого раза. Ой, да. Просто говнюк. Я теперь выкупаю ваш искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Ты кто? Это я. Делай себя себе. Себя. Да. Так, все, короче. Ну все, мы сейчас опять будем единственные. Да. Ну в этой серии я должен кого-то поискать 100%, а то мне уже надоело прятаться. Давайте. В прошлой серии не искал. Вот, да. Да, нужно было, чтобы Эдисон в этой серии нас искал. Ну сейчас мы его найдем, быстро обнаружим. Подожди, давай. Буду подходить, проверять искусственный интеллект. Так. Что это на меня так смотрит? Искусственный интеллект будет проверять. Блин, тут столько МПС, что это капец. Игорь. А кто такой? Ой, как. Что-то я вообще никого не могу найти. Что за фигня? Мне кажется, он Happy Lime. Честно. Может быть. Вот я сейчас смотрю на двух хэппи-лаймов, и один из них немного подозрительный. Они все подозрительные, так что не обращай внимания, давай. Попробуй ударить. А ну. Вот говно. Не получается. Давай. Ищите. Да. Да. Я отвечаю, он хэппи-лайм, я чувствую. Чувствую запах хэппи-лайма. Давай, ищи на запахе, давай. Иди сюда, Игорь. Давай, Игорь, найдите меня уже наконец-то. Давай. Это не он! Подожди, надо подсказку какую-то, мы так вообще хрен знает, тепло, холодно там. Почему мне из NPC выпало просто кучу всякого дерьма какого-то? А, это потому что некоторые NPC типа с дропом, я тебе хочу сказать, я тоже. Ну ладно. О! Ой! Смотри, направляйся! Ой! Кто там? Это я, 100%, а ну ударьте меня. Давай. Это он, да блин, ой, нет, это не важно. Ой. Как-то по-странному, стой. Да, ну, вот так. Не, блин, говно, это нечестно. Ой. Так. Как ты Шеку так быстро спалил, я не могу понять. Потому что он, короче, сначала захожу в комнату, один НПС такой в кучу врывается. Я встаю, смотрю, короче, поворачиваются все, кроме него, на меня. Я даже не думал, что ты уже пришел. Я думал, ты НПС. А что ж ты стоял на тебя, 2 минуты палил такой? Я думал, ты НПС, я забыл, что ты чем. Ну да, что такого? И с ником Happy Lime единственный. Ну да. Да блин, мне кажется. О, я знаю, что теперь тут есть еще, короче. Кажется, это он. Нет, это не он! Твою мать, он меня бьет! Кыш, пошел вон! Чего ты жопа? Где он? Мы хотя бы в правильном направлении ищем. Да, давай ты кричи. Да, Жека искал в правильном, да, есть такое. Да? Да.
А я уже вам скажу подсказку, а то вы вообще никогда меня не найдете. Давайте, давайте. У нас тут просто туса, прям, знаешь, очень весело. Вот прям офигеть, как много людей. Вот, короче, это вот где-то вон из этих. Буду всех бить. Пошел вон! Нет, меня сейчас убьют! Ой, тупой Жека, ну ладно, ладно. Я даже подсказку им дал, они меня не поняли. Ну ладно, Жека. Слышите, включите difficulty какой-нибудь другой, а то они не бьют мне НПСы. Да? Ладно, да. Включил изи. Все, ну все начали бить! Подожди, у нас тут тусы, да, говорит он? Я нашел тусы! Надо найти Эдисона! Быстрее, или это он убегает уже? Я не знаю, у меня лоу хп, я просто бегаю тут. Нет, это не он! Помоги! Я тебе отвечаю, Эдисон тут, у него тут туса. Надо просто никого не выпускать с этой комнаты, он рано или поздно умрет с голоду. Охрененная так. Так, воины, давайте в атаку, вы меня заколебали. Так, иди сюда, паскуда, иди сюда! Я сказал, я нашел тусы, у меня пол хп. Это он тебя убил, алло! А, нет, стоп. Ну, в смысле, я на Игоря напал, а то бы вы никогда бы не нашли. Я пропал, где там туса была, я нашел тусу, короче, не смог понять, что здесь Эдисон. Давай, пойдем тебе второй раунд, кто-кто, я тогда еще. Да. Да, а да, может да. Эдисон, потому что Эдисон не искал. Нет. Ну, нет. Как? Нет. Нет. Слушайте, может снова на рандом нажмем? Не, я не буду искать точно. Давай мы с Эдисоном, типа. Давай. Ну, в принципе, мы сейчас будем выбирать, кто из нас будет искать. Я или Жека. Игорь не участвует, потому что он уже искал. Давай, ты первый, Эдисон. Давай, да. Ну-ка, давай. А, Давайте. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, все, я иду искать. Я, кто не спрятался, я не виноват. Давайте. Так. Какая пауза? Так поставьте паузу, у меня жопа. Никакой паузы! Так, где вы спрятались? Давай, Игорь, дай мне подсказочку, какой искусственный интеллект. Кто тут искусственный интеллект? Так, значит, они должны меня смотреть, да? Искусственный интеллект, так. Это подозрительный какой-то Евгений тут. Нет, это не он, не он. Это тоже не он. Ты меня так не пугай. И подозрительный Евгений, в смысле, Евгений. Так, тут никого. Евгений, откуда ты знаешь? Может, я тоже Евгений? Смотрел на тебя такой, как НПС, повернулся! Не знаю, как это слишком палевно было. Да как палевно? Я прям вообще... Нет, это не Жека, я подумал, это Жека. Так, ладно. Эдисон просто самый профи в этой мини-игре. Ой-ой-ой, может быть. Так, где... Мне кажется, что ты установлены, просто читы. Да, может, читы, волхаки, да. Сейчас. Мне кажется, Эдисон, вообще, капец. Нет. Давай, Игорь, помогай. Так, я чувствую, Жеку, вот я чувствую издалека, понимаешь? Чувствуешь? Как так сказать? Так, подожди. Значит, что тут? Ааа! Не меня все, я всех начал бить! Не-н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 е
Ай, залагало! Ай! Так, тут никого нету, да? А он чё дрожит? Это... Это не он был. Ах ты ж говно. Нет, Сен, гопники. Гопники? Так. Микаса, он тут, в этой комнате. Помоги мне! Мне почему-то кажется, он тут. Чё-то он ржёт так. Так, сейчас, телепортировался. Не так. Так, я телепортировался к Жеке, смотрю на него. Ах ты ж, я думал, испугаюсь. Так, это не он, это не он. Он точно где-то в этой комнате, я просто уверен. Натя, нет, ты не Маркиплайер, не... Ай, ладно. Так, иди сюда. Эдисон, тихо, ты им пугаешь НПС, я тебе серьезно говорю. А может мы вообще не там ищем? Может мы не там ищем? Это было очень опасно. Это было очень опасно. Опасно горит, да? Опасно, значит где-то тут... Где? Я бегу, вижу его. Где он? Давай! Вали! Эдисон, вы что бил Маркиплайера? Ну? Я прям возле него стоял, я думал, все, кранты. А ты перебежал?
Нет. Не, в смысле, я не там его бил. Ты бил Малкиплеера, я прям на него смотрел, а ты его убил. Короче, третий заключительный раунд, еще один разочек, теперь Джека изменит. Да, давай, Джека, давай, иди, иди, иди. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас, давай, мазай меч или каменный должен. Я тебе отдам свой меч, смотри, где ты тут. Да ладно, все, норм, норм, норм. Давайте похавать возьмем, а то что-то... Давай, 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 все, я готов. Ой, подожди, 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 ты готов? Готов? Я готов. Так, 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 так. Так, я пошел. Давай, давай, быстро, быстро, быстро. Раз, два, три, четыре. Не сюда. Семь, восемь, девять. Не, так нечестно. Двенадцать, 13, 14, 15. Все. Я спрятался. Я тоже спрятался. Я буду искать целую вечность, я прям что-то уже чувствую это. Так. Где же вы? Подозрительные личности. Искусственный интеллект, не забывай, Жека. Да, искусственный интеллект, давай. Ой, Игорь, ты где? Да как? Да как? Он зашел именно в ту кабинку в туалете, где сидел я. Ты так странно двигался, Жеки. И почему ты бить меня начал? Игорь самый нубас, короче. Ты говно. Осталось на теннисе. Капут. Почему они приходят именно туда, где я спрятался? Так, может, я не знаю, где может ты слишком паливный? Я пошел в туалет, шо? Там два Жеки стояло, я думал, он зайдет такой, о, два Жеки, не буду никого бить, и уйдет. Но что-то не пошло не по плану. Опа, что это такое? А, нет! Пошел вон! Говнюк! Кто это тут такой? Ты Жека бьет Жеку, посмотрите, шок, без смс регистрации. Включи себя, а то я не понял, я не делаю. Я не я, да? А, это Жека бьет Жеку, а Жека над этим наблюдает, да? Да. Ой, пацаны, давайте. Я подожду. Я вижу тут... Почему я так ощущаю, что каждую игру играю один против двоих, а? Не понимаю. Давайте. Так, ты честно, Эдисон читак, он, короче, это... Короче, я не совсем понимаю, как Эдисон это делает, но я тебе говорю, он что-то знает, то, что не знаем мы. Да, ты меня раскусил. Давай. Игорь, ты там бегай себе, да? Так, Игорь там бегает, ты не зря выделил Игоря, а не Жеку. Да, Жека, в принципе, там тоже где-то рядом бегает, так что... помогите! Ой, я подожду, пацаны, давайте. Вы там развлекаетесь. А рядом-то насколько рядом? А, вот где-то там. Где-то там, да? О, Игорь, вот вижу, Ник там бегает где-то, ой. Так, Игорь, где ты сейчас был? Я вот тут, вот он я. Ага, точнее ты тут, все, я понял. Это он! Нет, это не он! О, черт, побери! Да умри ж ты, тупой! Майнкрафт Юниверс, хух. Так, я потом пересмотрю все серии Эдисона и пойму, как он это делает. Что вообще происходит? Как он это делает? Вы мне можете объяснить это? Да я не понимаю, как ты так делаешь, что ты палишься сразу в первую же минуту. Да пипец! За мной следят! Ироды! Так, ладно, это не ты, это тоже не ты. Вот это он! Нет! Чтоб ты сдох! Пошел в жопу! Как ты меня убил? Ты всех троих бил! Да, я просто махал меч! Охренеть, просто махал меч в толпу и убил меня! На меня напали, я начал отбиваться. Да он просто ходил мечом, размахивал, случайно меня задел и спалил. А в конце? В самом конце, да. Охранник сидит, да. Ах, здесь какашка. Все, хватит. Этого бейте, мудака, бейте. Ладно. Ладно, это можно заканчивать. Да. Я выиграл. Спасибо за просмотр. Давайте сюда, на сцену. Да, куда? Да. Тосать будем с аниматроником, посмотри. Да. Ой, Фредди. Ой, так, ой, вот так переоденусь. Ой, подожди. Все, я. Ой. Да. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам эта серия понравилась, то обязательно поддержите нас лайком, да, ребят? Мы любим лайки. Да, и ребята, не забывайте писать ваши комментарии. Мы считаем абсолютно все комментарии, предлагайте, в кого нам там превращаться и все такое. Да. Поэтому, ребята, чем больше лайка наберем, тем больше серий будет выходить. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова. Всем пока.